кружится ли голова, болит ли она, больно ли у вас сейчас в каких-то местах, и в каких местах ваши глаза хотели проскочить, какие цифры. Потому что глаза не привыкли, и эту нагрузку мы им не даем. Теперь делаем то же самое. Садимся ровно, спина прямая, поднимаем голову наверх, это будет сложнее. И когда мы поднимаем голову наверх, поднимаем за счет передней мышцы. Мышца, которая позволяет нам выглядеть молодо и красиво, это та самая мышца, которая должна быть у нас всегда в тонусе, чтобы не было обвисаний, тяжей второго подбородка. И именно вот шею мы будем с вами работать. Следующий курс, на следующей неделе начинается шея, тоже будет идти всего неделю, будет мощный, интенсивный. Если что, приходите. Короче, выдвинули, посмотрели на потолок и делаем циферблаты. И дышим. Делаем циферблаты, каждую цифру отмечаем в таком положении. Мы не морщим лоб, да? Я вам покажу, как выглядит с этой позиции у меня история. Я вот так смотрю, и я делаю глаза. Видите, у меня лоб не ездит, не морщится. У меня работают только глаза. И, соответственно, так как я сейчас разговариваю, я не могу выдвинуть чуть-чуть челюсть. А вы выдвигаете эту челюсть. Но самое главное еще помните, что мы все дышим. Я надеюсь, вы тоже делаете и не халтурите. Итак, поехали. Дышим. Птички поют нам. Аккомпанируют. И замечаем теперь здесь такие же напряжения. В каких местах здесь глаза хотят пробежать. Как больно шея держится, не держится. Где болит больше всего. Все это наблюдаем, все это записываем. Потом будете мне рассказывать. Я буду делать вам, соответственно, обратную связь. Проморгались, снова подняли голову и в обратную сторону. Тоже 8 кругов. Запомните, у кого зрение минус 4, 5, 6, 7, 8, мы делаем всего по 3, по 4 раза в одну сторону и в другую сторону. Если у вас очки, очки снимаем. Если линзы и можно снять, снимаем. Один день в линзах, ничего страшного. Но на следующее занятие приходим без линз. Далее, что мы делаем? Далее мы закрываем глаза. И здесь, смотрите, тоже очень прикольный момент. В этом положении у многих, что будет происходить? У многих будут глаза открываться. Вот, допустим, я закрыла глаза, и теперь опять я делаю стрелочки. Раз, вот у меня 12, час, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Видите, да, у меня глаза не открываются. А если глаза открываются, значит слабые мышцы век, мы их подкачаем, потом открываться уже не будут. То есть это тоже работа такая. Итак, закрываем глазки и делаем этот циферблат. И прям не срезаем никакие углы. Делаем четко, тщательно. Смотрим, наблюдаем, как мы это делаем. Никуда не спешим, глаза работают. Наконец-то мы добрались до этих мышц, которые вообще никогда не работали ими. Абсолютно никогда, я вас уверяю. И эти мышцы, получив эту нагрузку, сейчас будут вам благодарны. В обратную сторону идем, не открывая глаза, спина прямая. И давайте прокручиваем. Каждую цифру отмечаю. И молодцы. Угу. Поморгали, поморгали, поморгали. Если глаза больно, голова кружится, это нормально, это все пройдет, это со временем пройдет. Это говорит о том, что у вас не натренированы просто мышцы. Итак, дальше мы поднимаем нашу голову наверх и снова делаем то же самое с закрытыми глазами. Это последнее упражнение часов, ну, имею в виду циферблат. Дальше мы переходим к другой зарядке. Итак, поднимаем голову наверх, вытащим подбородочек, нижнюю челюсть вернее, и пошли с закрытыми глазами делаем циферблат. Дышим, смотрим, где больно. И каждую циферку мы глазами проходим. Не истерично проходим, а постепенно, медленно, ровно так же, как стрелка проходит. Если вы проходите истерично, ну скажем, да, очень быстро и подвижно в каких-то местах, значит мышцы уже все, они уже у вас склерозируются, то есть мышцы неподвижны, не эластичны, понимаете, да? Со временем это может начать влиять на сам зрачок, то есть на яблоко глазное.
И, соответственно, что это приводит к деформации глазного яблока, поморгали. А если деформация происходит, то зрение, опять же, падает. Итак, поморгали, молодцы, как ощущения? Я даже позволю чуть-чуть обратной связи дать, как у вас ощущение, кружится ли голова. Итак, теперь следующее упражнение мы будем делать, очень классное упражнение на то, чтобы работали косые мышцы. Итак, упражнение выглядит таким образом. Смотрим на кончик носа. Если не получается, то попробуйте пальцем. Вот прям как детям делать. Берем палец и смотрим, доводим до кончика носа. Кончик носа. Прямо глаза, переносится, задержали и смотрим, оба ли глаза здесь, прямо глаза, и между бровей смотрим, да, межбровочка, прямо глаза, и поехали, кончик носа, прямо глаза, переносится, прямо глаза, межбровка, прямо глаза, еще. Кончик носа, прямо, переносится, прямо, межбровка, прямо, кончик носа. Это не просто, вы там хохочете, это не просто делать. Итак, переносится, давайте посмотрим, еще в зеркало посмотрите или снимите вот это. Не факт, что еще вы сможете сделать, у меня один глаз иногда не получается сдвинуть. То есть еще и не факт. То есть это очень важно. Вот эти мышцы, когда работают, косые мышцы глаз, это красота, здоровье, опять же, наших глазочек, зрения. Еще раз. Кончик носика. Все делаем. Кончик носа. Прямо. Голова кружилась, кто делал? Переносится. Прямо. И межбровка прямо. Поморгали. Поморгали. Ага, молодцы. Так, дальше. Теперь следующее упражнение мы делаем. Оно непростое, но я буду вам помогать пальцем. Смотрите. Это упражнение очень крутое, когда у вас вдруг бывает такое, что вот отек, встали с отекшими глазами. Очень хорошо разгоняет лимфу. Прям запоминайте. Выглядит оно таким образом. Мы будем с вами делать пальцем. Представляем, что мы делаем вот такие зигзаговские движения глазами. Да, мы будем делать сверху, прям верхнюю левую точку взяли, да, правую верхнюю точку взяли, и вот так начинаем влево-вправо ходить. Потом в нижнюю точку дошли, поднялись на лифте наверх, откуда начинали, снова вниз. И теперь снизу вверх идем наверх. Очень крутое упражнение, разгоняет лимфу. Наверху остановились. В противоположном углу, так, спустились на лифте вниз, опять наверх, и опять стали делать зигзаги. Все, поморгали. И делаем вот так 2-3 раза. Я вас поздравляю, вы сделали с нами зарядку. Надеюсь, вам понравилось. И если что, приходите на мой курс «Глаза», он еще будет у нас. Мы только начали, поэтому, девочки, мы продолжаем, а Инстаграм я отключаю. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, как вам понравилось.